Вот уже 14-й год подряд, 1 сентября, академический колледж открывает свои двери для студентов, которые хотят получать действительно качественные знания. В зале студенты старших курсов и те, кто в этом году впервые переступил порог колледжа, а также педагоги и родители. Поступают сюда студенты целенаправленно, ведь академический колледж уже давно завоевал отличную репутацию. Я поступила в академический колледж, потому что у меня там друзья, которые очень хорошо отзывались об этом колледже. Я творческий человек, увлекаюсь хореографией. Я хочу раскрыть свои таланты, так как здесь созданы все условия для этого. Поздравляю всех учащихся с новым учебным годом. А раскрыть свои таланты здесь есть немало возможностей. Студенческая жизнь в колледже насыщенная. КВН, танцы, вокал, театр – и это еще не полный список кружков, которые работают в колледже. Но самое главное – это, конечно, востребованные специальности. Академический колледж готовит представителей актуальных профессий по 5 направлениям – гостиничный бизнес, управление на транспорте, садово-парковое ландшафтное строительство, экономика и право. Сегодня мы можем сказать воистину, что наш колледж является одним из самых передовых колледжей в городе Сочи и на территории всего Краснодарского края. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что наши выпускники являются самыми востребованными на рынке труда в городе Сочи и за пределами города Сочи. Поэтому я думаю, что вы и ваши родители сделали правильный выбор, поступив к нам, придя в наше учебное заведение. Кроме того, благодаря системе непрерывного образования, выпускники академического колледжа после его окончания могут поступить в Международный инновационный университет и отучиться по ускоренной программе. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.